Всем привет! Друзья, сегодня я приготовлю легкий и простой в приготовлении, нежный, воздушный и изумительно вкусный пирог с яблоками на сметане. Напишите мне в комментариях, что вы думаете о таком пироге, и обязательно ставьте лайки. Давайте начнем готовить. Для начала к яйцам добавляем ванильный сахар, соль, сахар. И все нужно взбить хорошенько миксером в пышную светлую массу. Я буду взбивать приблизительно 3-5 минут. Во взбитую массу добавляю сметану, соду, растопленное сливочное масло и снова все слегка взбиваю. Добавляю муку и все взбиваю в однородную массу. Вот так легко я приготовила тесто. Пирог я буду выпекать в круглой разъемной форме. Диаметр моей формы 22 сантиметра. Дно формы я застелила пергаментной бумагой, бока формы я ничем не смазывала. В форму выливаю большую часть теста. Яблоко я очистила от кожуры, удалила семечки, нарезаю его на пластины и выкладываю на тесто. Яблоки сверху покрываю тестом, которое осталось. Пирог отправляю выпекаться в обязательно разогретую духовку до 180 градусов. Буду выпекать приблизительно 40-50 минут до сухой зубочистки. Пирог я испекла, он у меня подрумянился. Готовность пирога я проверяла с помощью деревянной палочки. Когда я проткнула пирог и палочка вышла сухой, значит пирог уже готов. Вы лучше ориентируйтесь по самому пирогу, так как у каждого разные духовки и по-разному они выпекают. Пирог у меня немножко остыл, я его достала из формы. Сахарную пудру смешиваю с корицей и посыпаю пирог. Пирог с яблоками на сметане готов. Вот такой замечательный, ароматный получился пирог. Сейчас я пирог разрежу и покажу вам, как он выглядит в разрезе. Пирог невероятно мягкий, нежный, он влажный, сочный, сверху хрустящая корочка и сочные яблочки очень хорошо дополняют вкус пирога. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления пирога и вы его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Приятного аппетита и до новых встреч!